Подготовке к празднованию 79-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне посвящалось совещание, которое провел временно исполняющий обязанности главы администрации Галского района Даурково. В преддверии праздника у нас планируется три мероприятия, и вот хотел бы довести до вас и обсудить, как у нас идет подготовка. Значит, 8 числа завтра у нас в 11 часов утра будет проходить акция, которую организовывает Россотрудничество, называется «Сад памяти». Значит, предполагается высадка 20 туй перед парком, где стоит обелиск ветеранам Отечественной войны 41-45 год. Заместитель главы администрации Джамбул Куртава подробно рассказал о праздничных мероприятиях, которые пройдут в Гале 9 мая. В 9 часов у нас будет в городе играть музыка, тематика Великой Отечественной войны, возложение. В 10 делаем, в 10.00, но делаем уже это мы, сотрудники администрации, после чего уже шествие бессмертного полка под сопровождением пограничных войск Российской Федерации, те, которые базируются здесь в Гале у нас. Вот у нас получается в 10 мы возложение проводим к памятнику погибшим за свободу и независимость. Где в это время у нас формируется бессмертный полк, где должен стоять транспорт вот от пограничных войск, БМП, где мы собираемся? Все у нас перед Домом культуры, перед на площади, да. Угу. На площади будут формироваться, собираться, и также мы уже... То есть 10-15 мы начинаем движение пешком от памятника к мемориалу. Совершенно верно, совершенно верно. Там у нас строй будет... Первые идут сотрудники администрации, потом отделы всех, то есть и дальше уже отдел образования, то есть дети, школьники будут. В ходе торжественного митинга в парке Славы у обелиска выступят глава администрации Галского района, председатель районного собрания, военный комиссар Галского района и председатель пограничного управления ФСБ России в Абхазии. К 12 часам в РТК состоится концерт эстрадно-фольклорного ансамбля «Мурзакан». Завершится праздничный день полевой кухней, которая будет расположена в городском парке имени Векуа. В преддверии праздника особое внимание уделяется благоустройству города, состоянию памятников, обелисков, мемориалов, парков, а также площадей, где 9 мая будут проходить праздничные торжества. Работы по благоустройству проводятся управлением городского хозяйства. Работы были проведены, покраска бордюров, налажено освещение, что поменяли лампочки, поменяли диоды, были покрашены мосты везде, по всему городу, на территории мемориала Великой Отечественной войны были проведены много работ по очистке кустарников, по очистке деревьев, которые были завалены ветрами. По городу мы делаем уборки в постоянном темпе. Из-за неполадки машин были проблемы. За это мы очень сожалеем, что произошли некоторые неудобства по вывозу мусора, поэтому, но уже все настроено. 12 мая, в воскресенье, в ГАЛ приезжает делегация из Тамбовской области из 11 человек. Они познакомятся с городом и районом в целом, а также дадут концерт в Доме культуры ГАЛа. В ходе совещания обсуждались и другие организационные вопросы. По итогам совещания были даны отдельные поручения ответственным лицам и обозначены сроки их выполнения. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, ГАЛ Медиа.